приехал. Берем, да, сыворотку концентрат для как раз мозговодного треугольника и наносим на кожу в течение месяца, если вам 40+, и еще, повторяю, пожизненно, если вам 60+. Но и добавляем препараты из серии Реноваш, потому что они тоже способствуют поднятию. Здесь надо понимать, что уголки губ – это анатомия. У вас вот здесь, вот, когда вы были молоды, здесь есть у нас участки кожи, где находятся жировые подушечки, называются подушечки бишу. Ну, неважно, жировые такие штучки. Вот. Эти штучки жировые с возрастом начинают спускаться к челюстям. И, собственно, это тащит за собой кожу, и, естественно, уголки губ просто ослабевает мышцы, которая называется круговая мышца рта. Здесь анатомия, поэтому